Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня будет расклад о нем. Все, что карты нам расскажут. Посмотрим его характеристику, как он относится к вам, его мысли, чувства в режиме времени здесь и сейчас. Визуализируйте человека. Мы смотрим вначале его характеристику. Характеристика мужчины. Человек любит женщин. Но вы знаете как? Внутренне, видимо, есть какая-то неуверенность в себе. Потому что он как резко начинает отношения, так резко их и заканчивает. Ничего не объясняя женщинам. Но не считает нужным он как-то вот объясняться. Он считает, что он мужик, он принял решение, значит, ну, значит, так и должно быть. Любит красивых женщин, да? Но какой мужчина не любит красивых женщин? Нормальный мужик, в общем-то. Единственное, импульсивный. Резко может, знаете, как-то перерубить отношения. Вот заканчивает, потом жалеет об этом. Склонен к необдуманным действиям, к резким действиям. Скажем так, рубит сгоряча часто. Часто так бывает. Еще что за человек? Ну, человек хочет семью, да, он не лишен вот этого желания иметь стабильность в своей жизни, иметь женщину рядом. Женщина сильная нужна, королева жезлов. Но хотя и кубковая выходит. Женщина должна сочетать в себе, скажем так, несколько ипостасей, быть красивой внешне, да. Если хотите нравиться этому мужчине, значит, вы должны выглядеть идеально всегда. Презентабельно, скажем так. Но личность должна быть сильная, да. Желательно, чтобы женщина умела сама зарабатывать. Ну, королева жезлов, да, в ее руки жезл. Он допускает ситуацию, когда женщина властвует, да, управляет ситуацией. Когда женщина берет бразды правления отношениями в свои руки. Он может, ну, знаете как, ну, хитрит, я думаю, да. Ну, нет, все-таки не хитрит. Хотела сказать, что здесь мужчина такой хитренький, который дает женщине понять, что она лидер в отношениях, но на самом деле управляет он. Нет, он все-таки готов доверить женщине бразды управления отношениями. Да, ну хочешь лидерствовать, дорогая, ну, будь лидером, пожалуйста, как хочешь. Мужик не лишен чувств. Да, он влюбляется, он реально увлекается, и он заточен на семью, на стабильность. Есть у него вот эти ценности, это по сегодняшним временам очень хорошо. Еще что за человек? Что за человек? Ну, может обрубить что-то и резко пойти в новое начало. Да, вот такое у него бывает. Вроде бы планируете одну. Вот с женщиной планирует он одно, да, вроде бы договорились, вроде бы начали двигаться в одном направлении. Вдруг раз он резко поворачивает, сворачивает с пути. И идет вообще в какое-то, во что-то новое, во что-то неожиданное. Вот такой момент в его характере есть. Еще какой человек. Мечтательный романтик. Любит деньги. Знаете как, ну, может быть, не то, что любит. Желает иметь деньги в руках, вот как-то власть, деньги. Считает, что мужик должен зарабатывать. Тяжеловато ему даются деньги. Каким-то трудом прям он заколачивает их. Ну, знаете, как говорит, как будто все ради женщины же. Вот ради женщин или ради женщины. Он не для себя, он старается, в общем-то, он ради женщины. Но все-таки король кубков, скажем так, ему приятно осознавать, да, что в его руках находится семейный бюджет, либо деньги просто, вот, ну, ему так спокойнее по жизни, да, вот короли Пентакли, они же
Они же такие, им нужно быть уверенным, что у него там на черный день припасено и немалая сумма, да? То есть он для того, чтобы был уверен в себе, чтобы он чувствовал себя настоящим мужиком, ему надо знать, что у него на счетах там есть кругленькие суммы. Вот такой человек. Без денег как-то ему сложновато себя ощущать. У него самооценка падает сразу, когда у него денег нет. Так, ну давайте смотрим, что вам нужно знать вообще об этом человеке. Что вам лично нужно знать? Ну, человек нестабильный, скажем так. Вот он, конечно, стремится к стабильности, он желает быть хозяином ситуации, он желает, скажем так, идти на уступки женщине, отдавая ей пальму первенства в отношениях. Он сам, при этом сам он человек нестабильный, непостоянный. То одно, то второе, то третье. Как-то в его голове слишком часто меняются приоритеты, меняются пути, меняется направление. Поэтому смотрите, этого человека нужно направлять все время, да? Если вы что-то решили, решили двигаться в одном направлении. Нужно будет женщине здесь следить за тем, чтобы это было выполнено, потому что он может свернуть с этого пути в силу разных обстоятельств. Почему он такой нестабильный? Он хочет всего и сразу. Он хочет звезд с небес и хочет побыстрее. Ищет, скажем так, пути наименьшего сопротивления, да, более короткие пути к достижению каких-то высоких целей. Не хочет заморачиваться, хочет побыстрее, чтобы все было. А еще, что вам нужно знать о нем? Человек часто склонен впадать в иллюзии, да, он не совсем верно видит суть вещей, он ошибается, он поддается влиянию извне. Это очень важный момент, который вам нужно знать. Человек, у которого выпадает карта семерочка кубков, очень часто подвержен внушению со стороны, да, то есть им легко управлять. Какие-то люди что-то сказали, что-то посоветовали, показали ему какой-то путь. Он видит лишь внешнюю оболочку. И поэтому ошибается очень часто в людях, поэтому очень часто идет не по тому пути, да, его легко сбить, внушив ему что-то, его легко сбить с пути истинного. Но теперь вы понимаете, да, почему вот вы с ним, например, видите один путь, да, вы договорились, что вы будете двигаться по этому пути, и вдруг вы понимаете, что человек сворачивает резко. Почему он может сворачивать? Потому что со стороны идет влияние, он внушаем. Он поддается влиянию чужих людей. Кто-то, значит, его сбил с этого пути, кто-то что-то посоветовал, что-то сказал, показал какой-то другой ему путь, который короче и менее трудоемок, скажем так. Вот поэтому он сбивается. Еще что вам нужно знать о нем? Он, конечно, демонстрирует себя как мужчина, который сам принимает решения. Он желает проявлять как бы мужское начало, он пытается, скажем так, проявлять мужское начало, но человек, я скажу так, внутри слишком мягок для того, чтобы принимать серьезные решения. Он лучше переложит это на плечи женщины. Внешне хочется ему, да, как-то в его представлении, в его мыслях он такой сильный, властный, который, как я сказал, так и будет. Но ему таким хотелось бы быть. Внешне он скорее пойдет на контакт, он скорее пойдет на уступки, чем будет, ну, чем, скажем так, хлопнет кулаком там по столу и скажет, будет так, как я сказал. Нет, он хотел бы таким быть, но в его характере нет такой жесткости, нет решительности, нет твердости, может быть, недостаточно уверенности в себе. Еще что за человек? Что за человек? В новое начало.
Ну, вот видите, какой любитель. Любитель пойти во что-то новое. Вот если замаячит какая-то перспектива, внешняя оболочка какой-то ситуации, которая выглядит привлекательно, да, манит его, он готов свернуть с того пути, на котором находился. Этого мужчину нужно контролировать. Если вы хотите с ним быть, постоянный контроль, он очень внушаем, очень внушаем. Есть люди, которые этим пользуются. Человек, кстати говоря, по карте правосудия, на которого вы загадали, да, он любит правду. Знаете, как-то вот не то чтобы даже не терпит ложь, он сам. В общем-то, далеко не всегда бывает честен и открыт в отношениях, но он честолюбив, скажем так. Для него как бы обман со стороны женщины, это сродни трагедии какой-то жизненной. Вот он не терпит обман, он считает, что женщина должна быть честна, должна быть открыта, она не должна хитрить с ним. Вот такое какое-то принципиальное у него отношение, принципиальная позиция по отношению к женщине. Ну, потому что он внутри мягок, он доверяет, он, в общем-то, погружается в отношения с головой, он доверяет. Но когда сам хитрит. Ему кажется, что и все вокруг хитрят, и в том числе женщина, которая рядом с ним. У него постоянно идет в голове, вот что его обманывают, что как-то. Может быть, это идет от того, что он уже не раз натыкался, скажем так, на обман со стороны людей. Да, он понимал, что его сбивают с пути истинного, и отсюда у него уже, скажем так, вот это вот внутреннее видение того, что его все вокруг обманывают. Ну, как-то так. Конечно, у него тут тараканы такие в голове у этого мужчины. Его несколько раз уже обманывали, он это понял, но при этом все равно слаб, не может противостоять. Опять он поддается внушению, опять его легко сбить. Он и сам понимает, что ему плохо от этого, но ничего поделать не может. Начинает в любом окружении, во всех людях видеть для себя опасность, обман, да? Вот есть такой момент у него. Еще что об этом человеке вам нужно знать? Человек с тонкой душой, скажем так. Он, конечно, видит себя императором, самодостаточным человеком, да, который имеет в этой жизни деньги, имеет какую-то власть, может быть, он стремится занять где-то, ну, на работе, скорее всего, лидерские позиции. Но внутри человек, скажем так, он легко ломается. На него легко надавить и легко сбить с пути. Повторюсь, он внушаем. Ему нужен мощный покровитель, да? Этому мужчине нужен мощный тыл со стороны женщины, которая будет его, ну, спасать, скажем так, которая будет ему указывать путь, путь к свету, потому что он очень часто, поддаваясь влиянию извне, сбивается с пути, как будто во тьме, в ночи. Поэтому здесь задача женщины направлять его все время, показывать ему, где свет, где правда, а где ложь. Он не различает, у него как-то интуиция не работает, не помогает она ему различать, где им манипулируют люди, да, где хотят обмануть его, а где хотят помочь. Вот как-то сглажено у него вот это. Он не видит разницы между людьми. Почему?
слишком импульсивный человек. Он, вот понимаете, у него нет внутри вот этого интуитивного мышления, да, когда мы, вот есть люди, интуитивно чувствуют обман. Он не чувствует вообще. Он подвоха от людей не чувствует. Притуплено чувство самосохранения, так, наверное. Инстинкт самосохранения как-то вот прям совсем притуплен. Он сразу же сжигает мосты. Он рубит сгоряча, потом жалеет, потом думает, как ему перезагружать ситуацию. Все это занимает время. Даже если вот вы, например, ссоритесь, да, человек просто уходит там, хлопнув дверью, какое-то время ему нужно отойти, прийти в себя. Через время он понимает, что ему нужно как-то ситуацию менять. Перезагружает все. Это время, это не быстро. Ему нужно для начала осознать, потом подумать, как это все исправить. Как выйти из ситуации так, чтобы не оказаться слабаком. Как бы так сделать, чтобы показать, что и не совсем я виноват в этом, да, что и ты тоже. Вот такой человек. Но вы знаете что? У него есть одно замечательное качество. Он то ли обаятельный внешне. Вот он за счет своего обаяния легко устанавливает контакт. А даже после крупной ссоры, после каких-то негативных моментов, он легко идет на контакт за счет своего обаяния. Вот он может прийти, как ни в чем не бывало, да, и разговаривать в спокойном тоне, говорить какие-то приятные слова, то есть вести себя так, как будто ни в чем не бывало, да, ничего не произошло до этого. И это помогает ему устанавливать контакт с людьми, то есть пользуется товарищ вот этой своей особенностью. А еще что вам нужно знать о нем? Некая женщина над ним может как-то давлеть, владеет его, как будто владеет его поведением, его жизнью. Вот она над ним стоит. Я не знаю, кто это, мать, сестра, бабушка, там, я не знаю, какая-то женщина-лидер. Женщина авторитарная, властная, требовательная, она ставит условия. Вот как-то с ним именно она ставит условия. Он ей не может ставить условия. Она требует от него выполнения каких-то обязательств. Что-то она от него требует. Он подчинен этой даме. И он останется таковым. Она навсегда будет для него авторитетом. Он не пойдет наперекор ей. Какая-то женщина. От нее он просто в дикой зависимости. Карта Луна. Очень он зависим от нее. Я не знаю, она владеет приемами гипноза или что, но она его настолько контролирует. Она настолько научилась им манипулировать, управлять этим человеком, этим мужчиной, что, конечно, тут можно сказать мастерски. Она его держит просто вот, связан по рукам и ногам. Вот как я скажу, так и будет. Причем она это ему может не заявлять в прямой форме. Она делает так, что он идет у нее на поводу. Он делает так, как нужно ей. Искусно управляет этим мужчиной вот некая женщина. Кто эта женщина и почему он так зависим от нее? С ней нельзя ссориться. Карта мир. Он не хочет конфликта с ней, боится ее. Побаивается. Угу. Она может повести себя как король мечей, жестко. Скажем так, она может ему испортить серьезно жизнь, карьеру, я не знаю что. Он это прекрасно знает. Он знает ее характер.
Поэтому он будет делать все, чтобы ей угодить. А так проще. Ей проще угодить, чем потом выяснять с ней отношения и пожинать плоды этого конфликта. Она очень мстительна. Ей все равно, кто он, кем он ей приходится. Сын, брат, муж, кто там, я не знаю. Ей все равно, она, если что-то не по ее, она будет бить и бить очень больно, морально. Она знает, на какие кнопки нажать, где у мужчины слабые места, да, на что нажать, чтобы сделать так, как нужно ей. Ну, дама такая, знаете, ни перед чем не остановится, он это понимает. Поэтому он очень с ней осторожен. А что за зависимость там? Почему он с ней связан? Ну, показывает, что просто как бы уважение идет, признание ее авторитета. Помогает она как-то ему вот получить комфорт в этой жизни, чувствовать себя уверенно, комфортно, как будто помогает какому-то продвижению его жизни. Ну, может быть, просто мать, да, дает какие-то советы. Ну, расклад общий, здесь, конечно, любая женщина может быть. Но как бы она ему и помогает. Тут уж по девяточке колес ничего не скажешь. Требует она с него много. Но она ему и дает что-то. Благодаря ей он что-то имеет стабильное в своей жизни. Давайте по итогу, что вам нужно знать вообще об этом человеке? Ну, сейчас не с вами. Вам нужно знать, что этот человек будет побеждать ситуацию, которая между вами. А карта многозначительная, шестерка жезлов. Побеждать в каком смысле? Но от желания элементарно поговорить с вами до восстановления отношений, а он желает продвижения, продвижения вместе с вами, совместного продвижения. Неважно, что было до, карта здесь тяжелая, уход, разбитое сердце, противостояние, конфликт, ссоры какие-то, возможно, были между вами. Просто ситуация тяжелая, ситуация, скажем так, нервозная, напряженная. Но человек будет побеждать это. Он вас не собирается отпускать из своей жизни. Вот хотите или нет, но здесь, во-первых, тайные мысли все о вас. Мысли в тайне все о вас. Неважно, в отношениях там он сейчас нет. Неважно, там женщина какая там с него что требует. Мысли у человека о вас. Забыть он не может ваши отношения. Он подсматривает за вашей жизнью. И он будет продолжать думать в таком, в позитивном ключе о вас. Шестерочка кубков. Мысли, чаяния, мечтания, воспоминания, грезы. Все это греет ему душу. Ну, вот такой расклад. Угу. Вы императрица. Вы императрица. Ну, вы такая одна. Вот такой расклад сегодня. Не знаю, как отыграется. Пишите, узнаете ли вы здесь своего мужчину, насколько резонирует расклад, насколько не резонирует. Это формат общий все-таки. Мне очень интересна любая ваша обратная связь. Спасибо за внимание. Я прощаюсь с вами совсем ненадолго.